Кличко рассказал о шансах Усика в супертяжелом весе. Легендарный украинец рассказал о разнице между тяжелым и супертяжелым весом. Владимир Кличко рассказал о спаррингах с Александром Усиком, своих тренировках после завершения карьеры, а также сравнил тяжелый и супертяжелый вес. «Мы с Сашей Усиком, ред, встретились в ринге, поспарринговали. Раньше у нас не было возможности, но сейчас она представилась. Несмотря на то, что я закончил профессиональную карьеру, я продолжаю заниматься спортом. Каждый день тренируюсь и раз в 2-3 недели провожу спарринги в свое удовольствие. Шансы Усика в супертяжелом весе. Супертяжелый вес – это не крузервейт, где Александр является абсолютным чемпионом. Там все немножко по-другому, другая техника, другое перемещение в ринге. Но и схоже, конечно, это дело привычки. Я когда-то очень давно был в Сашином весе, потом перешел в тяжелый вес. Разница небольшая, но она есть. Но если, например, сравнивать любительский бокс и профессиональный, то это два различных вида спорта. Также крузервейт и тяжелый вес имеют сходство и различия. Поэтому эти ущербные спарринги, которые мы проводим с Александром, идут ему на пользу, потому что в весе есть большая разница, сказал Кличко в интервью для Boxing.ua. Ранее Владимир Кличко рассказал о своей жизни вне спорта. По материалам сайта news.com.